однажды бисик Тон и бисик Триса случайно познакомились в метро. Она ему представилась Ларисой, а он сказал, что звать его Петром. Она служила ротной маркетанткой в дивизии Таманской под Москвой. Он в кооперативе шил портянки и был чрезвычайно деловой. Любовь возникла со второго взгляда, ему о ней хотелось громко петь. Она кричала в голос: петь не надо, глазами говорила: ну уже петь. И висит дом на брошь в руки крюки и хранил куда-то очень вниз. И стыже он услышал от подруги, потом услышал: петь давай на бис. В душе царило томное брожение, луч разума ослабел и угасал. И бисектол ей сделал предложение, пустил свою слово прописал. Но счастье было их недолговременно, прозрение прокатило по мозгам. Сказала бисектриса, что беременна, и уговорил. Чтобы снять давление в желудке, она сказала: милый, так и сяк, ведь я все твои дурные шутки. И съела бисектол на дощак. Нет повести печальные на свете, такой вот получился дисбаланс. Он был простым козлом по кличке Петя, она была лимитчица Лоранс. Ну что же, мужики, совсем раскисли, я же это так, чтоб было веселей. А ну отставим все дурные мысли, а ну-ка, Димитрол, давай.